велосипед. Я сказал, красивый велосипед. Ты говоришь по-французски? Мой папа говорил по-французски. Тебе пора домой. Кто это? Николь! Все, Николь, домой. Домой. Вот мы и встретились. Мы разыскали тебя благодаря этой девочке. Вы напугали ребенка. Мы приехали за тобой, тебя ждет трибунал. Мы увезем тебя. Ты больше от нас не скроешься. Дайте одну неделю, я заплачу хорошие деньги. Подождите, одну неделю. Лучше бы ты умер в пустыне. Ты дезертировал из легиона, мерзавец. Да пошел ты. Нет, ты уже не уйдешь, мерзавец, тебе конец. Хватай его. Держи! Идем быстро! Вставай! Лайон, если у тебя неприятности, я тебе помогу. Ты следишь за мной. Я мог бы догадаться. Теперь ты это знаешь. Нам лучше убраться отсюда. Что это? И вы бегали вот с этим по улицам? Вы знаете, что это такое? Это же чертовски больно. Как это случилось? Да посмотрите на себя. Вам минимум неделю придется сидеть дома. Окажите мне любезность. Никому не говорите об этом. Ну хорошо, на ваше усмотрение. Всегда пожалуйста. Договорились. Как скажете.